Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня у нас 29 марта 2019 года. Находимся мы на юге Беларуси. Вчера было у нас где-то плюс 8. Позавчера выпал снег. За ночь, наверное, сантиметра 3 землю прикрыло. Но он тот же день растаял, это было позавчера. А сегодня вот уже пошел третий день после снега, и на улице сейчас около 13 тепла. И у меня на пасеке сильный лед пчел. В том числе и облетик небольшой. Я сразу так подошел, чую гул. Может уже рояться. Аж не гляжу. Облет. Ну не просто облет, а больше работают, а не облетуются. Видно, все пчелы идут желтые. Зацвела у нас полным ходом это. Ива. Кустарники. Не знаю, как она правильно называется по наукам. Ну, короче, ива. И во всех семьях пошла обножка сплошняком. Если еще неделю назад, полторы, то летали одна-две пчелы через пять с обножкой. Так сейчас просто сплошным потоком идут пчелы с обножкой. Также уже и нектар походу выделяется с лозы. Ну лоза-то такая. Тоже ивовая, кустарник чисто. И вот сейчас она, это лоза. Короче, полным ходом пыльцу выделяю. Я думаю, вот вернулся бы снежок, немного заморозки ночью. Думаю, опять их, чтобы подкормить пчел. Но если уже пошел нектар с этой лозы, то уже думаю, сиропа не стоит пчелам ставить. Пускай сами что принесут, то и пойдет. Уже думаю, с голоду пчелы не пропадут. Сейчас я поставлю наш фотик на литок. Посмотрим поток пыльцы. Надо только быстро установить то, что это пчелы злые. Вот это мулья сиреневая. Но они хоть и злые, но сильно медоносные. Thank you.
Вот такая у нас желтая лавина из пыльцы. Пчелки, работяги.